Найти действительно интересные карты в мастерской Гаррис Мода бывает непросто. Тем не менее, найти крутые карты вполне возможно. Я, Сан Саныч, решил взглянуть на три карты необычного характера. Что надо понимать? Во-первых, мы пропускаем еще кучу крутых карт. Если вы знаете о необычных и странных картах, то пишите под закрепленный комментарий. Мы на него обязательно посмотрим. Тем не менее, мы начинаем. Growing Map за авторством Chopper. Карта появилась на свет в декабре 2020 года. Что в ней такого, спросите вы? Не знаю. Давайте посмотрим. Начинаем мы со странной комнаты. Важно понимать, что такие кактусы находятся почти в каждом месте. Помещение, напоминающее портал. Какой-то лифт. Далее меня начинают посещать тревожные мысли. С этим местом явно что-то не так. Это крыша. Вернувшись обратно, темная пропасть манила меня своей загадочностью. Любопытство взяло верх, и я решил свалиться вниз. И я об этом пожалел, в связи с чем оказался на спавне. Пошел в другую сторону. На протяжении долгого времени меня встречали странные моменты. Либо кактус меня преследовал, либо я его преследовал. Знакомый двор. Знакомые люди. Дорога. Снова кактус. Кстати, я примерно так же перехожу дорогу. Комната ностальгии. Затем меня стали преследовать люди. Странные люди. Главное не потерять рассудок. Это дверь. Не спрашивай. Но я все-таки решил спросить. И я снова об этом пожалел. Хотя все только начиналось. Либо я сходил с ума, либо... Нет, я явно не мог сойти с ума. Eight. Встретили. Обратного пути не было. Я не мог дальше идти. У меня уже болела голова. Так, а это уже серьезный разговор. Где там ставка Андрея? Знакомое место. Я нажал на кнопку от безысходности. Спойлер, потом я об этом пожалею. Вот это да! Крутая карта! В чем прикол? Суть в том, что эта карта состоит из идей обычных людей, что писали мапперу. Автор просто спросил. Вот и вся идея карты. Очень необычная и интересная карта, задумка особенно. А, ладно, пока я живой, я перейду к следующей карте. Нестер. Я оказался в туалете. Странно, что я вообще здесь. Открыв дверь, я услышал непонятный мне грохот. Каждый раз, когда я открывал дверь, я слышал его снова и снова. Меня преследовали странные мысли, словно кто-то издевается надо мной. В конечном итоге у меня просто FPS упал до 2. Итак, о чем идет речь? Нестер, The Procedural Map. Автором является этот пользователь. Нетрудно догадаться, ведь эта карта — генерация комнат и любых других коридоров. Реально классная задумка. Можно с другом сыграть здесь в прятки. Если, конечно, компьютер вам позволяет. Волноград. Казалось бы, обычная городская карта. К чему здесь она? И ведь действительно, что она тут делает в этом видосе? Не знаю. А, так она меня подцепила тем, что в этой городской карте есть много маленьких паскалок.
Hello my old chum. I'm not a gnelf. I'm not a gnoblin. I'm a gnome. And you've been gnome. И одна большая. По сравнению с другими. Найдя проход, можно войти в секретное место. Здесь будет большая пещера. Если попытаться найти что-то интересное... Нет, в этой пещере здесь нет ничего интересного. Но если выйти из пещеры, то можно найти еще более секретную комнату. Здесь нас встретит вот такая звезда. Это, кстати, символ нашего государства, Вольнограда. А это... секретные организации. Если открыть потайную дверь... мы сразу же увидим карту с какими-то метками. Добро пожаловать в секретную организацию. Теперь мы должны активировать 5 таких звезд. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Наконец, Вольноград увидит настоящую ярость, что находилась под землей. Небо озарится, и над головами невинных людей откроются ворота. Люди Вольнограда настолько ничтожны перед этими вратами, что стали на колени и просили пощады. Вот их истинное назначение – молиться богам. Людям нужны боги, но все это долго продолжаться не могло. В один миг все засияло. И врата закрылись. Это было лишь предупреждением. Ну, как вам? Было круто? Вообще огонь! Но на этом мы пока закончим. Не забывайте писать по закрепленным комментариям, какие еще надо карты посмотреть. На этом все. До связи.